спорткомплексе «Олимпиец» прошел чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по танцевальному спорту. В программу чемпионата вошло 5 танцев европейской программы и 5 танцев латиноамериканской. Танго, медленный вальс, квикстеп, венский вальс, медленный фокстрот, ча-ча-ча, самбо, пасодобль, румба и джайв. В турнире участвуют все возрастные группы, от начинающих спортсменов до взрослых титулованных мастеров спорта. По итогам выступлений лучшие пары из каждого региона и каждой возрастной группы получили право выступить на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту в Красногорске, Московской области.